последнего месяца зимы. Мы ездили в Жатай. Тронулись из города. Еще раз. Едем снова в Жатай. Сегодня у нас 1 марта. Первый день весны. Ровно месяц назад, 1 февраля, первый день последнего месяца зимы, мы ездили в Жатай. В самом начале съемки мы не проверили камеру. Она была очень заляпанная. И в итоге кучу кадров мы запороли. Поэтому сегодня мы решили переснять, но в принципе не только переснять, а я хочу все-таки снять это все сверху с квадрокоптера. Сейчас вроде потеплело, в морозы я помаялся запускать, и в принципе он у меня лежал, я его не трогал. Но посмотрел видео Олеси Петровича, который в минус 50 запускает мой же Mavic, только у него зум, а у меня Mavic 2 Pro. Если в минус 50 он может летать, то и в принципе в минус 30, минус 25, почему бы его не запустить. А так, в общем, суть какая. На Крещенской купальне ездил, искал прорубь открытую. Не мог никак найти, вот решил поехать в Жатай. Ну, просто почему-то решил туда поехать. И так получилось, что там мы нашли эту прорубь, искупались. И меня поразило, ну, вот именно, что там оказывается такое большое количество кораблей. А куда нам прям ехать, да? Мне стало интересно, что это такое, что надо отдельно как-то это поснимать. И вот какая фишка, еще очередной раз поражает своей невнимательности и рассеянности, что... Несколько лет назад, еще даже не помышляя о том, чтобы поехать куда-то в Якутию, я посмотрел фильм про выморозщиков. То есть о людях, которые вымораживают корабли, грубо говоря, да, то есть пилят лед, чтобы чинить их. И вот меня почему-то это видео очень поразило, я даже несколько раз пересматривал. Поразило, наверное, тем, что меня всегда тянуло на север, в холода такие. Видимо, это у меня было всегда в крови. Почему я тут оказался? Потому что я вот смотрел это видео, у меня прям какое-то такое внутри было прикольное чувство. И именно люди, которые там были, то есть их труд, что это что-то нереальное просто. Вот минус 50, минус 40, люди работают бензопилами. И в итоге, приехав в Якутию, у меня это видео было в голове, я о нем помнил. Но вот почему-то мне казалось, что это где-то далеко-далеко на север, что это вообще от Якутска там километров 1000, наверное, ехать. И что я эту тему отложил на попозже. Вот когда у меня будет возможность поехать куда-нибудь, попадаю, ну, вот уже будет свободное время, я смогу ездить далеко, я когда-нибудь съезжу в это место и посмотрю эту выморозку. Мне писали в комментариях, съезди в Жатай на выморозку. Причем писали, что съезди в Жатай. Но у меня как-то не сложилось в голове, что Жатай и Жатай это вот... А оказалось, это 20 минут от города. Сколько? Ну, 15 километров, 13 километров от города находится Жатай. Я когда стал после этих купаний крещенских интересоваться, мне говорят, так мы выморозка же там происходит. Я просто был, как там? Как это там? Она же где-то далеко на севере. Оказывается, вот, блин, оно под боком всегда было у меня. Все дела рождаются от мысли, да, первое семя – это мысль. Вот я это с Николаем стал обсуждать, а у Николая много знакомых в Якутске, что меня очень выручает, потому что это как раз возможность для меня, которую мне Николай делится со мной, спасибо тебе еще раз. От души. За все это, да. Надеюсь, из этого получится целый сериал. Да, будем стараться показывать все хорошее, что есть в Якутии. И вот у Николая бывшая его коллега, Наталья Васильева, бывшая коллега, хорошая знакомая, она работает пресс-секретарем в пресс-службе ЛОРП. ЛОРП – это Ленское речное объединенное пароходство. Наталья, спасибо большое за эту возможность. Дала мне контакты, да, руководителя, начальника вот всей этой, ну, отстой называется, где корабли стоят, начальник отстой, Андрей Юрьевич Ковалев. Я решил перед поездкой подготовиться, посмотреть еще раз видео, то, что я смотрел его несколько лет назад, уже не помню, я помню только свои эмоции, само видео не помню. Один из участников видео, он как караванный капитан, рассказывал там о том, как корабли выставляются. В общем, ну, мне он туда уже показался очень интересным человеком, ну, таким сразу располагающим. И представляете, как я обрадовался, что оказалось, что это именно он, когда вот я посмотрел по WhatsApp, контакты, там фотография, что именно он и нас будет ждать. Он нам проведет экскурсию. Очень круто, я прям вот реально, Андрей Юрьевич, я реально обрадовался,
что именно вы нам все расскажете, все покажете. И вот сейчас он уже, тогда он был на момент съемок в 17 году еще караванным капитаном, а сейчас он уже начальник Жатайпа, да, все, поворачивается. Подъезжаем. Как раз нас ждут 10. Я вчера, когда смотрел фильм, ну, решил немножко подготовиться, да, посмотреть, что там как, какие-то термины запомнить. Я надеюсь, я запомнил, потому что я записал их на бумажку, а бумажку благополучно оставил дома. Вот сейчас, конечно, я такое вижу ближе, и мне это уже не так, конечно, шокирует, как я смотрел из Питера, но, тем не менее, даже вчера я еще раз пересматривал, я посмотрел, насколько нужно, как бы, иметь силы и мужество, чтобы выполнять такую сложную работу. Это, я не представляю, меня там хватило бы на полчаса, наверное. А люди просто, они, ну, мне кажется, так как там работа на результат, они не работают там от звонка до звонка, они работают так, как, ну, чтобы им выполнить свою работу. Ну, это ладно, это мое предположение. Я надеюсь, мы сможем с ними сегодня встретиться, и они сами нам что-нибудь интересное расскажут. Потому что люди всегда рассказывают гораздо лучше, чем я это могу сделать, не зная многих моментов. Якутская нефтебаза. А, здесь же нефтебаза находится, да, про это я тоже слышал. Везде эти полицейские лежат, да? Ну, а что, то ли природные, то ли настоящие. О, опускается. Спасибо. Ты смотри. О, вот они. Красота. Вау, они вообще гигантские, оказывается. Машинка даже вот под ним те, проехать сможет. Те корабли, которые поднимают. Слип, или как это называется эта штука, вчера вот я смотрел, я не расслышал, как правильно это говорить. Вот часть кораблей могут стоять здесь. Уточним, как это точно называется, на слипе вроде так. Ты, говорят. Может, позвонишь, да, я позвоню. Да, сейчас. Ничего себе. А, я это не понял. Большие, да? Да, вообще. Ну. У каждого есть свое название. Немножко проехали мимо, но это всегда с пользой. Посмотрели, вот. Тут-то, наверное, да? Не знаю, не, ну давай дальше. Спросим на КПП, где находится. Он нас видел просто. Откуда он нас видел? Спросим. Блин, как будто развернулся теперь. Не скатись вниз. Надо позвонить. В трех соснах заблудились? Ну. Он уже сам ржет. Чего там? Андрей Ильич, направьте, пожалуйста. Ну вот я сейчас к КПП вернулся, вот еду от КПП, давайте, вот. Здравствуйте. Угу. Ну рассказывай, чего ты? Я просто это посмотреть, на самом деле, я не как журналист там для телевидения, да, какие-то прям вот фильмы снимать. У вас же работа сегодня будет, да? Поехали на Крутоху, да. Посмотрите, ну, в общем, я стараюсь прошиться изнутри показать. Поехали на моей машине. О, здрасте. А как это называется машина, вы назвали? Егерь, да? Егерь. На Егерь-то поинтереснее будет прокатиться. Ну, этот там прокатил, Лариска заценила. Просто вчера узнал, что вас замучили с этими съемками. Замучили? На протяжении 4 лет уже. Уже 4 года, да? Да. Я не хотел, чтобы вас тоже мучить. Я просто, ну, я с Питера переехал, я скажу просто вкратце, чем я занимаюсь. И вот я полтора года в Якутии живу, я решил Якутию снимать, вот, просто показать ее вот, во всей ее красе. Все подряд. То есть я снимаю все. Я вот просто даже не знал, что это именно в Жатае происходит выморозка. Я это узнал. Она и в Якутске происходит, и в Якутске есть, да? Да. И в тех участки там есть. Она везде у нас есть. Но у нас самая большая. У вас крупная, да. Вот я купаться ездил на крещенское купание как раз, вот на Жатае поснимал. И вот вот увидел такое огромное количество кораблей и захотел вот приехать просто их снимать. А так вы на нашем купили ездили? Да, здесь. Я причем приехал, когда ее уже сняли, я в открытый покупался. У вас там таких 9 человек было. Да? Я один из 9 получается, да? Да.
Мы приехали, сразу попали на ЧП. Это майна. Вот такие тавы лопают. Это получается, ну не знал никто, да, что такая ситуация просто сейчас. Да, вот он, который вымораживает из воды. Ну недавно, потому что лед даже еще не схватился. Еще все мокрое. Вот прям один в один, да? Они же симметричные получаются, ну примерно, да? Да-да-да. Вот это майна, здесь происходит выморозка, чтобы зимой иметь возможность их ремонтировать. И вот случается ЧП, когда вода пробивается в майну и затапливает полностью. А теперь что, воду откачивать нужно? Ну, подождем, вот затянет, откачаем, конечно. А, то есть она затягивает? Это тоже тонуло, видите, уже откачали же. То есть не надо заново прям все выпиливать, это просто откачивается вода, да, и дальше ведется работа. Перехватит, потом лунку сделаем, насосом откачаем, да и все. А. Такие бывают казусы. Это тоже тонуло, этот пароход, ему не везет почему-то. Вторая майна. Это буксир же, да? Нет, это сухогруз. А, сухогруз. Здравствуйте. О, даже. Здрасте. Не против, поснимаю вас немножко. Тому же кусу. Очередной фильм у нас. А к вам туда можно спуститься? Да, вы пообщайтесь сейчас с этих. Ага, спасибо. Станислав Тарасов, знакомьтесь, можно вам руку пожмать? Давайте так. Вот один из героев этого тяжелого труда. А вы без выходных, да, получается, трудитесь? Ну, когда как. У вас же за объемы, да, вы как бы вам чем быстрее выполните, тем вы больше работы можете как сделать. Как промерзает, так и работаем. По мере промерзания. Там же правильно я понимаю, что должно промерзнуть так, чтобы осталось потом 15 сантиметров снизу? 15-20. 15-20, да? Под и будет. Наконец уже 20, ну, как бы побольше. У вас инструменты бензопила и... Кайло. Лопата. Кайло, да? Правильно я же говорю, да, кайло, да? Сегодня теплая погода получается, это же 30, да, это вообще жара. Для нас вообще тепло, да. А вы 50 не перестаете работать? Не перестаем. Даже лучше, да, получается? Было такое, что выезжали на дальний караван, там и 59 показывал на градусе. А, ничего себе. Дальний караван это где-то севернее, да? Это 6 километров. 5 километров ниже, да, почтение у нас там есть. Флот большой стоит, который сюда не может очень зайти. Мелко? Мелко, да. Мы его там оставляем. Как? Там на данный момент 2 человека работают. Вот на этой машине увозим, да потом забираем. Ага. Ну так же на рабочий день, тут да? 5 километров всего разница. Целый день вот так вот, при минус 50, да? Да. А вы даже лицо не прячете? Нормально, когда работаешь, не холодно. Тепло, да? Конечно. Все же специально ставим так в одну кучу все туда, которые вымораживаются, чтобы они все были в одном месте. Рядом. Мы их концентрируем в одно место, конечно, чтобы по всему затону-то не ходить. И сколько тут еще вам работать вот на этой мане? Здесь сейчас на данный момент взято 1.5 метра под корпус, еще метр. Еще метр надо. Метр еще опуститься? Да, туда, вовнутрь залазить. А, внутрь, туда? Да, дальше туда, под корпус. Вам именно под корпус забраться нужно, что там, да? Это... Здесь, да, глубины место. Хватает самой, а вот под корпус надо уйти. Тут будет частичная замена дна. Еще метр, но еще недельку работы. Недельку, да? Да. А эту залить не должно, она не такая глубокая, да? Получается. Все может утонуть, проснет и это утонет. Главное, это может. Да, главное не пробить. Я же правильно понял систему, вы выпиливаете... А снизу намерзает лед опять. Да. Еще в этот лед. И получается, вы как бы под водой такие вот вниз эти, ну, мерзнет он, да, купола туда делаете. Потом приходит у нас человек и замеряет еще толщину льда. То есть сверлом сверлит и говорит нам, сколько до воды. Вот они пишут, приступки снять наполовину, под корпус на 30 сантиметров. Это они нам дают такое, ага, как бы распоряжение. И вот мы от этого отталкиваемся и пилим. Дальше. Это как документ, да? Да, получается. СМСки такие. Именно с научной точки зрения, грубо говоря, да, как это все, чтобы ну, все а правильно. Ну, без науки никак. Да. Сколько у вас часов в день, получается, приходится работать? Вот сколько в неделю? По-разному. Бывает 2 часа, 3 поработать. Зимой светлое время суток, темное время мы не работаем. На обед они не ходят. Вчера, вот, смысла нет. Вчера в 9 утра я вышел и зашел только уже без 10:05 вечера. Угу. Вот прям вот отсюда вылезли, да, получается? Да, да. Прям без обеда, без ничего, просто без сидите. Обеда. Ничего себе. Ну, если ходить туда-сюда на обед, а световой день там у коробки, и смысла нету. Час до обеда, час после обеда это не работает. Хотя бы перекусон какой у вас с собой, там, батончики чем-нибудь берете, нет? Нет, нет, нет. Просто без еды вот так вот? Да, с утра позавтракал плотно и пошел работать. Вечером уже можно и пообедать, и поужинать.
А попить хотя бы водички? Нет, ничего не берем. Ничего? Раньше, да, раньше ходили, но работа, конечно, тормозится из-за этого. А сейчас вот вы, получается, выпилили, и потом кайлом это все выдавливать будете, да? И снег обязательно нужно отсюда убирать, насколько я понял, потому что чтобы он... промерзал лучше. Он как потому подушка греет. Снег, да, он же покрывало и промерзать не дает. Поэтому тут постоянно кайло, бензопила, лопата, да, и вот так вот чередуете все, да, эти. Да, совершенно верно. Туда-сюда. И бывает дно, винты освобождаете. Да, с винтами, да, посложнее здесь работать. Здесь винтов нету, это баржа. С винтами, ну я бы не сказал, в принципе, то же самое. То же самое. Ну, может, мне так кажется, мы уже просто 7 лет занимаемся этим. Единственное, что там очистить их, это, ну, чуть-чуть побольше работы. Ну да, вот я в этом плане, что они это не просто по дну залезть, а там. Да, на каждом судне нужно его очищать. Свой объем, своя работа. Бывает, допустим, что и, скажем так, на барже сложнее, чем с винтами наоборот. Почему? Потому что вот здесь вот, допустим, вот песок, налипший, да, на корпус. Ага. Это все надо будет отбивать. Это тоже как бы... это еще дополнительная, да, работа что-то? Ну да, затруднения, скажем так, небольшие. Но это вы тоже делаете? Ну да, да, конечно. То мне вы... надо сварщикам предоставить... Чистую поверхность, чистую, получается, для... Ну да, чтобы они могли резать, варить. Вот так вот. Ну, удачи вам в вашем нелегком труде. Спасибо большое за рассказ. Да, все хорошо. До свидания. До свидания. Звезды уже, да? Вот. А как зовут вас? Меня зовут Виктор. Виктор, да, вас? Основные Александр. Звезды там. Виктор Александр, да, с тебя очень приятно. Который фильмы снимает. Да? Ну, все звезды, на самом деле. Я вот, на самом деле, очень поражен вот вашему труду. Я вчера вот поближе с ним познакомился перед тем, как сюда ехать. Сколько это вообще титанический труд. Я вообще не представляю, как вы этим занимаетесь. На протяжении там месяцев 5-6, да, у вас это происходит зимой? Ну, да, чуть поменьше даже. Месяца 3-4. 50? 30 всего вывораживаю в этом году. 30 всего лишь, да? Да, всего 30 подлежат выморозке. Те, кто требует ремонта. Да, да, да. Их всего 9 человек. Здесь 120 на данный момент. 120 сейчас. Да. Из них только 30, да, вымораживается. Где требуется ремонт. А летом, получается, вы трудитесь же на паромах, да? То есть на, да, на... Летом, навигации. Навигации. А зимой вот. Это же неприятная ЧП, да, вот у вас? Конечно, неприятно. А вы не знали, да, получается? Нет, отошли вот буквально. Мы работали на другом объекте. Вот. Если бы были здесь, вы бы, ну, могли бы среагировать. Если бы они увидели, да, конечно, не поступление бы, они не заметили вовремя. Среагировали бы, заткнули, да, там, да, все, ну, это? Конечно, заделали бы. А как вы, да, откачиваете это дело? Насосом, погружным насосом или, ну, помпой. То есть, ну, уже можно или как-то надо подождать какого-то процесса? Надо подождать, чтобы именно этот канал, откуда появилась, нужно, чтобы она перехватилась, замерзла. И тогда как бы, чтобы не было прибыли воды, можно будет отключать. А как она замерзнет? Она же там снизу. Да, снизу. И она снизу и примерзает, а льда, да, снизу? Да. Что, какой-нибудь тяжеловесный транспорт проехал, тут трещина появилась, и все, вода потекла элементарно. Ну, сочувствую, сочувствую. Неприятно. Сейчас неделя будет морозов, надеемся, перехватит ее. А, то есть это не вот, да, день-два, да, да, это, да, получается? Нет, конечно, неделя где-то, мод больше. Вот в том году у него тонуло, перехватывало, откачали. И рядом с ним такой же пароход тонул, тоже откачали. Бывает, везет, откачиваем. А если не перехватит, то не откачать, получается, да? Ну, будет? Тогда будем морозить. Затолкаем, как вот там моя тонула, мы ее просто здесь все вскроем. Снегом затолкаем дом обратно, и по новой будут выпиливать. А, да ладно, и что, все сначала весь процесс? Да. Но только он побыстрее будет. Они вот это все за неделю обратно выпилили. То, что неделю, да? Всю зиму, да. Ну все, ну такой ЧП и плюс неделя к работе, именно к труду, да? Да, да. В итоге получается, это же, блин. Работа. Я не представляю, сколько терпения еще вам нужно, получается, да, и выдержки, вот, чтобы вот это все. Это когда бывает какую-то мелочь делаешь, там, она тебе не получилась, тебе лишние 15 минут сейчас ее делать. Это уже трагедия, ну, для любого человека. А вас вот, вот как надо среагировать на это, чтобы так посмотреть и улыбнуться, вот как, потому что это не как первый раз, сейчас. Ну это привычка, да, уже получается. Вот где закаляется на самом деле настоящий железный характер. Ну, плохо, конечно, что мы попали на такое ЧП, но это надо людям показать. Потому что никто же об этом не знает. Почему, когда снимали для Европы, там даже снимали сцену, как тонет Майна, в гидрокостюмах они ее заделывали. А, в гидрокостюмах, да, прям, да, да, заделали? Да, заделывали там. Мы это специально показывали. Мы так не делаем, конечно. Это просто для кино мы показывали. Ну, для кино. Давайте тоже сделаем. Там диссертацию корпуса проводят. И потом нам дают задание вымораживать. И мы вымораживаем.
они потом делают. Толщина здесь 12 миллиметров. Вы его сначала подняли, осмотрели? Да, мы его на слип осенью подняли. Слип называется, правильно я говорю, да? Прошли люди специально обученные, дефектацию корпуса провели. Если объемы небольшие, то что можно на протоке делать, они их скидывают. И мы вот здесь на протоке вымораживаем, потом они делают корпуса. То есть это считается небольшие объемы, да? Да, то, что... А если большие, то оставляют на слип да, его? Да, там оставляем, там делаем.